Всем привет. Всем привет. Подождите, не закрывайте, Милочка гуляет. Катя. О, Мила. Мы едем гулять. У нас суббота, едем кататься, гулять и заедем. В общем, сейчас все покажем, куда мы заедем. Лёва с нами, Лиза не с нами, она на работе. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go? Так, друзья, вот здесь мы. Флорида в гольф, Костя Университет. И вот эта вся территория, сейчас куда мы поедем, она... Вот у них сейчас 25-летие университета. Мы на праздник, 25 лет университету. Нет, это мы еще въезжаем, вот мы только приезжаем. Вот сейчас кампусы, здесь много зданий, у него большая очень территория. Здесь студенты передвигаются на скейтах. Да, здесь 100% все приезжают на своих машинах, есть большие парковки, у каждого корпуса своя парковка. Сейчас вот с вами поедем, ну давайте вот отсюда. Я не знаю, где... Вот видите, вот, from, от идеи до полностью, до реализации. Вот, видишь? Это главный корпус. Лицо. Лицо, да. Да. Соответственно, у каждого корпуса... С 97-го по 22-е. Eagle Expo Parking. Вот сейчас как бы... Здесь, короче, внутри есть вот эти фуд, так называемые кафушки, ресторанчики, где целая жизнь стоит. Мы когда с мамой... А, да. Мы приехали с мамой, мы офигели, сколько здесь народу. Да. На скейтах, на велосипедах, все, короче. То есть ты можешь приехать, у тебя сзади цеплялка для велосипеда, короче. Ой, ты... 39. Они, да, они паркуют машину, достают скейт. Видишь, целые перекрестки. И передвигаются. Значит. Вот смотри, теннисный комплекс, Southwell, это сокер комплекс. Видишь, сколько? Акватик центр, то есть это там уже не надо, можно плавать. Типа, это ты выбираешь, это просто для тебя. Ну, это для North Lake Village Housing, да, Boardwalk ресторан, видишь, то есть вот сюда персонал. Вот рестораны, вот здесь вот, ну, здесь, короче, спортивные комплексы всевозможные. Так, мы запарковались, вот это их машины с Gold Coast University, я уж не знаю, зачем они. Так, пойдемте. Так, ой, а можно единорога? Ну ладно, бери с собой. Ты берешь с собой? Туда, высоко. Да, красивенько. Пойдемте, все, пойдемте. За ручки взялись, пойдемте. Пойдем, давай. Стой. Так. Папа. Так, ладно, погнали. Так, ну с детками не только мы. Это, видимо, будущие студенты идут прощупывать почву. Самая популярная машинка у студентов. И у школьников. Осторожно. Так, мы вышли на свет. Газончики, логотипы Gulf Coast. Как красивенько. Просто сидят, ты можешь лечь с книжкой или... Да, здесь же сегодня нет студентов. Сегодня выходной, поэтому здесь так. Посетители только. Ага. Мы, кажется, приближаемся. Лаврош, ты можешь по-русски говорить? Так. This has some information about the FGCU Day, our 25th birthday celebration, as well as our admissions information. So if you want to sit in on any admission sessions, financial aid sessions, so I'll go ahead and give you that. Do you want a couple baths? Oh yeah. Okay. Yeah. And then if you want to go here to get checked in, then we'll you'll be good to go. Oh yeah. Хорошо. Так, можешь сейчас зачекиться там с Левиком. Лаврош, смотри, как красиво это, да? Какая штука. Нравится тебе, да, такая? Идите, возьмите попкорн. Пусть сами возьмут лоб. А здесь информация про Gulf Coast University. Да, это можно взять. Конечно, это вам дали. Ты что, не слушал? Давай твое страшилище сюда, в сумочку. Давай уберу. Я аккуратно уберу. Окей, ладно. Так, ну что, пойдемте гулять. Ну,
нам открывают двери. Давай руку. Лучше всего хватит показывать всем это. Капец, всем показал уже свою страшную куклу. Так, Маша спрашивает, любит ли она математику. Так, мы покинули корпус математики. Там финансисты, банкиры будущие. Вот это тоже, не знаю, не зашли. А сейчас идем дальше искать уже еще какие-то другие корпуса. Сейчас посмотрим, что еще есть. Так, малышня, открыли попкорн. Идут, едят. Конечно же, юникорн уже у Маши в руках. Такая страшная картинка у меня в сумке. Давай, прямо идем. Социология. Факультеты. Ой, это капец, как интересно, да, Вовик? Вообще, папа говорит, я бы, говорит, тут в ваши годы умер бы, говорит, тут на пороге прям от счастья. Просто находясь даже здесь, в таком месте, это просто офигенно. Это что? Это химия. Да, я вижу, зайка, я вижу. Вот это я не знаю. Арка просто, арка, Лаврушин. Это арка. Химия, я же говорю химия. Лаврушин, смотри, какой опыт дядя делает. О, блин, пойдемте, дети, дальше. Хочется так много обойти, посмотреть. Капец, как интересно. Катюш, пойдем, зайчик, поворачивайся. Что там, Вов? Змею. Ой! Мамочка, змею, ты что? Это что? Биология, зоология, что это? Ой, мама дорогая. Смотри, Вов, как змея. Лавруша, смотри, какая змея, Лавруша. Смотри, змея, вон. Катя, видите змею? О! Нет, я не хочу. Не хотите? Лавруша не боится, да. Ну что, пойдемте, малыши. Лаврик, ты самый смелый, я смотрю здесь. Все, давайте, валим отсюда нафиг. Катя, конечно, боится, я тоже боюсь. По траве, давайте. Идем по трассе. Котик, ну можно, конечно, но ты не решилась погладить, Катя. Так, это что? Папа, мы что-то так быстро бежим, и я не успеваю. Везде мел, везде кто-то что-то пишет. Я снимаю. Я, понимаешь, я одной рукой держу Лаврика, вторую камеру, третью смотрю, у меня уже вся сумка просто полная всего подряд. Я еле успеваю заснять вам, друзья, что-нибудь. Хотя бы что-нибудь уже. Ой, точно, ух ты. Кто-то тут коллекционирует, да, чей-то кабинет, наверное. Так, ну что, идем дальше. О, какие переходы. Санта-Барбара прям. Что это, 3D-принтер? Будь здорова. Я не хочу школу. Ты не хочешь школу, ты мне каждый день об этом говоришь, Зайка. Медсестры, ух ты. Это очень круто. В Америке выучиться на медсестру очень круто. Да, школа, на медперсонал, на медсестру, на медбрата. Это очень круто, очень дорого, очень... Touring tour старские, то есть оттуда тебя проведут по корпусам, все посмотрим. Ой, пойдемте. Маш, ну куда ты? Маш, пойдемте. А, вот сюда разве? А, да, вот сюда, давай. Осторожно, лапша ручку. Мы хотим посмотреть, ну как, типа медицинского корпуса, да? Медицинский корпус, да, мы хотим пройти посмотреть. Я хочу, никто, правда, не хочет, кроме меня, только я хочу. Ну, заодно, друзья, вам засниму контент. Я не хочу. Ой, я хочу, я хочу, Лавруша. Да, просто мы гуляем, смотрим, Лавруша. Мы смотрим, это просто посмотреть. Вау, как интересно. Да, мы смотрим, Лавруша, как учатся на медперсонал, да. Как их обучают. Так, мы идем дальше. Что-то мы нашли на карте, спросили. Я уже с юникорном. Ну, куда? Тоже мне? Да. Нет, не туда. Самый идем. Глубь острова. Да? Еще? Дальше? Пойдемте погуляем, что это, ничего страшного. Пойдемте. Со мной в медицинский никто не захотел пройти. Поэтому показала совсем чуть-чуть. Никому не интересно. Хотите Данкин Донатс?
Хотите? Нет, не хотим. Пойдемте дальше. Почему? Попкорна уже наелись. Объяснила, анатомия? На этой аллее в основном представлены не факультеты, а всевозможные клубы, кружки, организации, а сами корпуса. То есть ты можешь заходить вовнутрь и уже конкретно не знаю. Когда мы сейчас идем, это не факультеты, это просто как бы такие внутри университета комьюнити по интересам. Да, да, да. Через парк, по аллее. Ходить через парк? Я не знаю. А зачем мы через лес пойдем этот? А, без разницы, нам все равно идти. Ну, нафиг нам этот лес. Ходить через лес, да? Нет, через лес не хотим. Научиться я здесь точно хотела. Вот смотри, мы сейчас здесь. Мы можем пройти напрямую, нам нужно вот сюда, вот так. Либо сейчас пойдем вот так в обход. Мы пойдем в обход. Вдоль идем. Вау. Ну, смотрите, сколько народу. Там музыка. Танцы, пляски. Так, ну нам надо. Лавруша, у нас есть цель. Мы видим ориентир. Я трогать можно. Thank you so much. Лавруша везде тычет своей страшной куклой. Thank you. Пойдемте. Так, Лавруша, вот сюда. Только не потеряйте. Да, не потеряйте эту штуку. Дай, а что ты сам не взял такую же? Мои так, друзья, мы в библиотеке. Библиотека. А что мы делаем в библиотеке? Что, потерял уже? Скакал. Ой, они так скачут? Ничего себе. Зачем? Лавруша, в карманчик положи, у тебя есть карманчик. Положи в карманчик. Лэптоп-киоск. Это, короче говоря, ты можешь взять стеклянный компьютер. Ты карточкой прокатываешь, достаешь свой ноутбук, поделался, что нужно, потом обратно его туда сдал, понял? Угу, круто. То за есть... какую-то плату, да? Какая-то плата, да. Так, смотрите, какая огромная зона, комфортная такая, с закрытыми диванчиками, со столиками. Ух ты, как он круто идет. And you can change the direction there. Oh, you can also pick up those blocks. So you can put some blocks in there. Bobby. If you put it this way, it will go. Okay, I'm gonna go. We have two. Yes, two. Two there. We'll put the two here. I love this pebble. Поснимала. Хочу показать просто. Ага, что? Ну, снимай. Да, такие зоны. Вот кабинки, да. Зонирование здесь, такое, здесь да. Вот можно провести мини-презентацию. Угу. Везде есть подключение. Здесь можно розетки, USB, слоты для звука, если тебе необходимо, ну, несколько человек, то есть на конференции. Угу. И вот такие есть, смотри, индивидуальные зоны тоже. Прикольные. То есть ты можешь сесть сюда один, чтобы никто не мешал. Угу. И видишь, здесь тоже, видишь, классно. Здесь есть да. Вот такие вот розеточки, которые... И подзарядиться, и подключить да, и что-нибудь. Да, здесь, соответственно, ты садишься, и у тебя получается вот такое вот личное место. Свой уголок. Где тебя не видно, ты с ноутбуком сел. Да, соседа ты, тоже не видно. Да, удобно, да? Да. Отксерачить, если что-то нужно. Несколько человек, то можно взять либо отдельный кабинет, вот этот куб, да, так называемый, либо можно взять вот еще доску, поставить. Им там разрисовать, что надо. Ну, что-то да, показывает, когда да, рассказывает. Вот она катается на колесах, прикатите ей. Прикатил, да. Сейчас необходимо провести. Угу. Вот такие там игрушки разрабатываются. Да, вон там, посмотрите, девочки, ходит робот по листочку. Я хочу эти оба. Уйди, посмотри. Там девочка ушла, иди посмотри. Лёва, иди посмотри. А? Качается. А, ну да. Для тебя, Лёва, как раз. Ага. Со стулья дома попереломал. Я просто в шоке. Я в восторге. Оставьте меня здесь учиться. На любом факультете, на любом, да. Факультете. Согласен, на просто, любой. Просто сразу, чтобы ни у кого не сложилось неверного впечатления, и особенности у наших детей, то есть сюда попасть крайне тяжело. Мы не говорим о том, что мы можем выбирать, попасть сюда или нет. Да, один из лучших сюда. Университетов Флориды, да? Даже не вопрос того, что лучше, не лучше. А, забыл. Как возьми, бы, пожалуйста. Вопрос того, что забыла, это, то есть помимо возьми. Того, что это стоит денег, примерно в районе 30 тысяч долларов в год для местных и 56, по-моему, если вы вне штата, да. То есть в каждом штате понятно, что для своих как бы делают больше. И как бы фишка в том, что
Для этого нужно еще изменить очень высокие показатели GPA, SAT и так далее. То есть, короче говоря, показатели по ЕГЭ, да. А для, и, соответственно, презентация, часы, волонтерство и так далее, и так далее. То есть очень сложно попасть, это крайне сложно. Поэтому то, что мы показываем, это, конечно, далеко не для всех. Это не для всех, да. Там какой-то робот ходит у них по вот этим вот дорожкам, которые нарисовали. Он видит и идет по этой дорожке. Отпустите, он сам ходит. А надо как-то его... активировать? Чтобы он... Да, там что-то нажать может на нем. Вот, смотри. Вот. Не, поставь его вот там. Вау. Там тупик был. Он по линии, видишь, он прям линию читает. Тебе. А как сильнее? Тише, тише, он по линии. Ну, следом поставь такого же. Лавруша, он идет по линии. Он идет по линии, я хотел вот смотреть. Ого. Нажимай, Катя. На столе. А? Валик. Прям валик. Кто смотрел валик? Нет, тоже спасибо. А, круто. Водная, так скажем, лекция была. Ей не нравятся твои шутки. А? Артс. Идем в артс-комплекс. Так, мы в артс-комплексе, корпусе, как в школе. Это Лаврушина. Это Лаврушина. Это Лаврушечки, да, сыночка. Хоть сейчас бы уже поступил. Лаврик. Да, рай для нашего Лавруши. Вот. Вот, интересно, да, Лавруша? Это что, родановский мыслитель? Это белочка. Кого ты там углядел? Белочка. Белочку углядел. Вот она на спине. Где белочка? Где-то белочка спит. Да, мы видим, мы видим. Где-то белочку мы видим. Пойдем, Лавруша. Пойдем. Господи, где мы? Вот здесь вот искусство получается всякие. Да. На самом деле многие потом реставрируют. И Катя? Ничего. Ты видел, да, я поняла, мы тоже видели, Жень. Артист, это художник. Да. Художник, Лаврушечка, твой факультет прям. Не. Рисовальная? Рисовальня. Какая дверь. Это рисовальня. Лавруша. Сына, да? Я хочу рисовать. Ты хочешь рисовать, да. Ты всегда хочешь рисовать. Нет. И Катя тоже, да. Катя даже каляки-маляки с удовольствием бы порисовала. Теперь дальше, да. Это такие шкафчики, Лавруша, где замочки. Да, это, ну там замочек нужно, ключик нужно от этого замочка. У каждого свой замочек. Но не хотим мы ключик. Мы не хотим ключик. Смотри, кэт и собачка. Вот это? Да, вот это. Господи, я думаю, где этих скульпторов разводят? Мы что, и тех скульпторов? Всевозможные принты, рисунки, то есть все подряд. Тут, вот кто создает странные фигуры, которые по всей Майами. Ну, нас все зазывают сюда, а мы отказываемся. Так, Лавруша профукал свой шарик и завоевывает новый. Пёрпл нету. Возьмём пинк. Он уже два раза ловил его шарик. Они по прыгунчике. Отличный выбор, Лавруша. Розовый шарик. Я больше не буду ни подходить, ни бегать. Папа уже два ловил посреди дороги. Лаврик еще потерял свою страшную нарисованную куклу и страдал, страшно рыдал.
общем, так себе оккультуривание у нас сегодня. Студенты время так проводят, а мы идем на парковку. Пойдем психологу, ну холодно. Ну возьми. Да, скорее. Давайте, пойдемте. Попью. Давайте пей, дома что-то. Есть холодная пепси, во. Ребята, у нас дофига дома. У нас дома есть, пойдем. Все, пойдемте. Мы сейчас просто так дочь потратим. Ну, давайте скорее. Причем мама вынесла еще меньше. Она даже этого не вынесла. Папа, поднимись, пожалуйста. Сейчас. Куда? Ты назад двинься чуть-чуть. У тебя под ногами. Ага, вот так, понял? Эй, Кать! Ну просто назад двинься, и только ноги не притащил. Сдвинулся ли? Да. И немножко спинку назад откинь. Ладно, все, оставь. Вот так вот. Браво! Таланты, алло, мы ищем таланты. Все в голосы. Супер. Занавес.